На ютубе канал есть один. Когда смотрю, его время летит. Оно проходит, не зря скажу честно. Всегда смотреть канал тут полезно. На канале всегда есть поток полезных мыслей, свободы глоток. Я зайду и наслажусь, больше нового я не боюсь. Но о главном хочу я сказать, все это здорово, петь и мечтать. Меня канал всегда побуждает стараться жизнь изменить, и бывает недалече. Теперь я живу, и скоро-скоро я в школу пойду. Ждите, Михаил, меня, постараюсь быть я на днях. Уважаемые зрители канала, уважаемый Михаил, считаю, что мое песенное безумие требует некоторого объяснения, поэтому решила объясниться, так сказать. К сожалению, мой поэтический талант не позволяет мне всеобъемлюще сказать, что именно канал сделал для меня в моей жизни, поэтому придется высказываться прозой. Так вот, ваш канал мы начали смотреть примерно год назад, после того, как уже узнали о том, что мы выиграли лотерею DV2015, и стали искать информацию о США, чтобы утвердиться, узнать информацию, как вообще живут люди, что к чему, что почему. На тот момент я уже где-то полгода как хотела поменять профессию на тестировщика программного обеспечения, потому что каким-то чудом вокруг меня стали организовываться тестировщики. То есть выяснилось, что как минимум две моих подруги, с которыми мы уже лет 10, наверное, общаемся, я знала, что они айтишницы, но я никогда не думала, что они, именно занимаются именно тестингом. И, так, в общем, все сложилось, что вот я нашла именно ваш канал, но ваш канал я нашла не потому, что интересовалась жизнью в Америке, а потому что интересовалась тестированием. И в итоге меня очень удивило то, что оказалось, что помимо того, что вы преподаете, что у вас там на канале лежали бесплатные уроки по тестированию, еще оказалось, что вы живете в Силиконовой долине и, в Америке, и, собственно, большая часть вашего канала посвящена не тестированию, а, собственно, Силиконовой долине и жизни в Силиконовой долине. У нас уже это к какому-то моменту стало хорошей традицией. Мы ужинали после работы, приходили домой, садились ужинать и включали ваш канал, смотрели каждый день. Я очень обрадовалась тому, что есть интеллектуальные, интересные люди, тому, что у вас очень интересная жизненная позиция, которая во многом перекликается с моей. И я была очень рада тому, что вы давали очень много советов чисто практических для тех, кто переезжает в США. Но все-таки самое главное, что вот для меня какую роль сыграл канал, это то, что я перестала бояться. Я перестала бояться переезда, я перестала бояться, я стала видеть вместо страха в этом, я стала видеть возможности. И за это я очень благодарна вашему каналу, и то, что сейчас мы живем в Сакраменто, собственно, в ближайшее время планируем поднакопить немножко денег, и мне еще немножко нужно подтянуть английский язык, я планирую обучение в вашей школе, и с радостью познакомлюсь с вами лично. Благодарю вас за то, что вы, несмотря ни на что, остаетесь человеком, верным своим принципам. То, что вы честный и открытый, и глядя на вас, хочется верить в то, что есть еще такие люди, что их много, и что еще все еще можно как-то исправить и изменить в нашей жизни. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Пока!